Друзья, всем привет! Хочу поздравить всех с первым днем весны. И все, кто мне не верил, что у нас в марте месяце вот такая вот погода обычно. Ну, просто хочу... Сегодня 1 марта. Просто хочу показать, что март у нас обычно начинается вот с такой вот штуки. Вчера еще был ветерок вечером. Сегодня ветер поменьше, но, как видите, все отлично. В общем, вот так все это дело выглядит. Валит снег, зимой так ни разу снег у нас не шел. В общем, вот он март месяц. Охренеть просто. Прямо сыпет. В общем, там кто-то в комментариях мне когда-то писал, что типа, да ладно, в марте уже нормально. Нет, на самом деле не нормально. Дело в том, что в марте месяце, вот 8-го даже на 8-е, но это прогноз преждевременный, и на 8 число обещают плюсовую температуру и снегопад. В общем, ну, 8 марта всегда или дождь, или ветер, или снег. Я как бы уже привык к этому. Но чтобы вот так мело, реально давненько я не видел, чтобы у нас, ну, вот реально мело, прям мело. Вот все, что там зацвело. Ну, как все. В основном миндаль у нас зацвел. Он первый всегда цветет. В общем, тот, который уже успел зацвести, ну, скорее всего, миндаля будет не очень хороший урожай в этом году. Потому как, ну, дождь это еще как бы полбеды. А снег это, я вот думаю, помёрзнется. Сейчас покажу еще. Дорогу еще не полили. Обычно у нас, когда выпадает снег, ну, последнее время, сразу поливают, проезжают машины и реагентами поливают дорогу. А сегодня еще, видите, еще не полили. Зато ездят все. Во-первых, тише в два раза стало, и все ездят. Видите, как аккуратненько. Никто никуда не спешит. Ну, в общем, здорово. Если он так дальше будет идти, я прям не знаю, что будет. Хотя днем сегодня, ну, по прогнозу написано, опять же, я не знаю, что будет. По прогнозу сегодня... Охренеть! Сегодня по прогнозу написана плюсовая температура, так что, ух ты, не факт, что он будет лежать, он может, в принципе, ну, по большому счету, растаять там, к вечеру уже. Ну, или не растаять, но хотя бы начать таять, потому что пока даже не капает, вот видите, теплотрасса идет, это теплотрасса, и сосульки висят на теплотрассе, обычно, ну, с нее капает, то... Сейчас мороз-то небольшой, но он есть, и поэтому не знаю, что будет. Да, друзья, если кардинально изменится погода, то я, конечно, еще раз включусь и сделаю еще один такой, ну, маленький вложик о погоде. Вообще, конечно, дичь. В общем, ребята, всех с наступлением весны. Все, на этом все, пока.